Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! Как всегда, рада приветствовать вас на просторах моего YouTube-канала, где я с огромным удовольствием делюсь с вами обзорами самых разных блокчейн-проектов. И сегодня у меня есть для вас обзор нового сообщества блокчейн-игр, который фокусируется на изучении рекомендаций высококачественных блокчейн-игр. И называется оно DappDapp. Отмечу, что DappDapp – это одна из самых расширенных платформ, которые включают в себя самые популярные блокчейн-игры, присоединиться к которым вы можете всего лишь нажатием одной кнопки. Однако прежде чем это сделать, предлагаю пройти вам наипростейшую регистрацию, осуществить которую вы можете менее чем за одну минуту. Для этого нам достаточно будет перейти в раздел «Регистрация» и ввести все необходимые от нас данные, а именно адрес своей электронной почты, после чего нажать «Сгенерировать код», который, кстати, будет отправлен вам на указанный email, вводим его и придумываем себе пароль от 8 до 16 символов, дублируем его и нажимаем на кнопку «Sync up». Далее вводим свои данные и нажимаем «Логин», сохраняя свои данные для входа, и все, что нам теперь осталось, так это подключить свой кошелек. Попав на просторы своего аккаунта, перед нами открывается небольшой ряд информации, начиная от номера нашей регистрации, заканчивая полем для дополнительной информации, нашим пригласительным кодом и текущим нулевым балансом бонусов, который, кстати, мы можем легко пополнить на 20 баллов, просто подключив к своему аккаунту свой номер кошелька. Как видите, после подтверждения подписи кошелек подвязался, и на нашем балансе уже отобразился 21 балл. Кстати, откуда взялся еще один балл, я пока так еще и не поняла. Ну да ладно. В любом случае, чем больше баллов у нас будет, тем лучше. Ну а теперь предлагаю нам не медлить и поисследовать все те игры, которые представлены в рамках DappDapp. Попав на главную страницу, отмечу, что игр действительно очень много. Некоторые из них мы сейчас видим в рамках главной страницы. Однако справа вам также доступен список самых горячих игр сообщества DappDapp. При этом слева, как вы видите, мы можем наблюдать еще и небольшие видеоклипы от представленных игр, что уже позволит вам немного визуально оценить ту или иную игру и проявить впоследствии к ней свой интерес. Но я пока не хочу переходить по всем этим доступным на главной странице играм, а наоборот хочу провести вам небольшую экскурсию по доступным разделам DappDapp. Так, например, перейдя в раздел AppCommon, мы можем увидеть список будущих игр, которые будут добавлены в ближайшее время на DappDapp. Кстати, кто уже заметил, среди будущих новинок присутствует и игра Tank Battle, о которой я не так давно уже снимала свой видеообзор, который был опубликован чуть больше недели назад. Так что если вы его не видели, крайне рекомендую познакомиться с ним, так как действительно считаю игру очень классной. Что ж, с этим, я думаю, мы немного разобрались, поэтому давайте перейдем в раздел «Ранжирование» и увидим, что вы можете выбрать категорию популярных или же выбор редактора. А быть может, вас и вовсе заинтересует категория новых поддерживаемых игр за эту неделю. Попереключаться между этими разделами вы можете уже и самостоятельно после просмотра данного выпуска. А пока перейду в раздел Discover и обращу ваше внимание на то, что здесь представлены игры на таких блокчейнах, как BSC, Ethereum, Polygon, VAX, Solana и так далее. Также для вашего удобства ниже представлен целый ряд игр, отсортированных по блокчейнам, ознакомиться с которым вы также сможете более подробно, нажав на MOA. Кстати, на блокчейне Solana говорят очень много классных игр, но что-то меня пока из них ни одна не привлекает. Поэтому предлагаю перейти на блокчейн BSC и посмотреть что-нибудь интересное там. Кстати, давно я мечтала посмотреть, что это за игра под названием «Моя соседка Алиса». Эх, печаль, доступна она только для Windows, а у меня Mac, так что предлагаю поискать нам что-нибудь еще. А как насчет MoVox? Выглядит весьма интересно, и доступна игра, как мы видим, как раз для системы Mac. Запускаем и ждем загрузки. После чего попадаем в игровое меню, и так как я впервые открываю данный игровой интерфейс, то интуитивным образом нажимаю на кнопку «Начать игру сейчас». Однако скажу честно, что показывать вам сейчас саму игру и ее игровые процессы я не буду, так как не в этом у меня сейчас заключается задача. Так как напоминаю вам, что моя цель заключается в демонстрации DappDapp сообщества, ориентироваться в котором, как вы видите, очень легко и просто. Более того, с сегодняшнего дня команда, стоящая за DappDapp, решила запустить мероприятие NFT,
который позволит не только привлечь еще больше заинтересованных пользователей к DAP-DAP, но и вознаградит уже имеющихся участников за их активность. О какой активности идет речь, быть может, поинтересуетесь вы, на что я с радостью отвечу. Помните, после регистрации нашего аккаунта и подключения к нему нашего адреса кошелька, мы заработали 20 баллов. Так вот, начиная с 18 марта, у вас есть отличная возможность выполнять целый ряд наипростейших действий, зарабатывая по итогу дополнительные баллы. Так, например, посещая площадку 7 раз в неделю, вы имеете шанс заработать плюс 28 баллов. Привязка электронной почты оценивается в плюс еще 20 баллов. Комментарий или оценка какой-либо игры даст вам еще плюс 5 баллов. Также, если ваш комментарий получит от кого-то лайк, то вы заработаете еще плюс 2 балла и так далее. Как видите, список заданий с последующим начислением за них баллов очень большой. Более того, он включает в себя еще и возможность приглашения друзей по вашей реферальной ссылке, за действие которых вы также будете получать дополнительные начисления в виде баллов. Однако стоит учитывать еще и тот момент, что регистрация ваших друзей будет считаться только в том случае, когда они подтвердят свою электронную почту. Поэтому история с пустыми регистрациями, я скажу сразу, отпадает, поэтому даже не пытайтесь. Так как DAP-DAP только за честное участие в текущем мероприятии, которое, кстати, продлится всего месяц, то есть по 18 апреля включительно. Ну и, наконец, самое главное, накопив 600 баллов, вы можете обменять их на NFT, что, я думаю, для многих пользователей станет отличной наградой. При этом отмечу, что квесты могут быть выполнены на любой платформе DAP-DAP и будут доступны в разделах ежедневные, еженедельные и даже в разделе «Уникальные одноразовые квесты». А это значит, что у каждого из вас есть просто неограниченные возможности накапливать свой опыт в виде баллов и выкупать впоследствии NFT. Так что, дорогие друзья, не теряйте время зря, а скорее переходите по ссылке и регистрируйтесь в DAP-DAP уже прямо сейчас. И да, не забывайте, что вы можете в рамках DAP-DAP самостоятельно осуществлять поиск любимых игр, просматривать по ним всю сопутствующую информацию, а также оставлять комментарии, давать свою рейтинговую оценку и даже просматривать видеоролики других участников по данной игре. Ну а чтобы получить еще больше баллов, то копируйте свою реферальную ссылку и делитесь ею со своими друзьями, так как именно такого рода действия позволят вам накапливать куда больше и быстрее необходимую сумму баллов. Кстати, ради интереса я вновь зашла на свой аккаунт через сутки, и теперь мне за посещение должны будут начислить еще плюс 2 балла. Что, как говорится, мелочь, а приятно. Так что, дорогие друзья, обязательно подписывайтесь на их официальный Twitter-аккаунт, чтобы следить за самыми последними новостями и обновлениями, которых в ближайшем будущем будет еще очень много. Ну а я, как всегда, благодарю вас за внимание и прощаюсь с вами до завтра. Хорошего всем дня, мира и добра!